Всем приветики. Хотел бы показать вам, как починить наушники, если у них поролон немножко просел. Дело в том, что вот два наушника, видно, что этот толще, этот худее. Дело в том, что им уже не знаю сколько лет, может 5, больше, может даже 8. И они уже, видно, что они такие уже затертые, все такие замученные. Здесь вот эта штука уже вся обдёрта. И видно, что этот больше левый, чем правый. Вот оно видно, где оно там фокус. А почему? Если присмотреться, то видно, что здесь оно вон такое толстое, а здесь такое худое. Видно, что здесь такое толстое, а здесь такое худое. А потому что я туда ваты запихал. Так-то они оба худые. И типа таким образом можно починить. Просто берем вату, кусок ваты, и вставляем внутрь, просто туда запихиваем, и все, оно приподнимает, получается. Как сразу стало такое огромное. Просто дело в том, что поролон уже раздавился и начинает сильно давить, получается, надеваются наушники на уши, так вот, и прилегает к ушам. И ухо здесь находится и не дотрагивается до динамика. А когда поролон раздавливается, то есть вот он проседает такой, становится маленький, то начинают динамики, которые там внутри железные, давить на уши. И в итоге, когда ты долго сидишь в наушниках, то уши начинают болеть из-за того, что на них сильно давит железный динамик. Поэтому я таким образом решил увеличить объем поролона. Может быть, продаются такие чашечки, может, их как-то можно заменить. Но это надо искать, покупать. А тут вата, я думаю, вата у всех есть дома, в аптечке. И можно таким вот образом, я так по всей окружности, в общем, вставляю. Вверх-вниз, и уже видно, что оно стало уже такого же размера, как это. Оно было где-то вот такое вот было. А сейчас вот оно какое стало. Оно где-то вот так вот было. А стало вот так. Побольше стало. Оно уже видно. По верхнему видно, что вон какое оно было маленькое. И какое оно дальше стало. Какое оно снизу, и какое оно сверху. Сейчас можно сверху сделать так же. Просто тоже берем и вставляем вверх кусок ваты. Да, куски такие огромные отрываю, что я, мне кажется, сильно много туда уже хочу добавить ваты. Но все равно она ужмется. Она же на голову еще давить так вот будет. Она еще будет ужиматься То есть нормально. Все равно оно станет еще меньше, чтобы потом лишний раз туда не запихивать. О, сверху уже приподнялось, то самое вообще маленькое было. И вот сейчас, если надеть на уши, то вот теперь я нормально себя чувствую. Потому что до того, как, они уже раздавились, я когда посижу, когда я их надеваю, сижу там где-то час, наверное, нормально себя чувствую, там часа 2-3. Наверное, да, на третьем часу уже что-то такое начинает чувствоваться. На четвертом часу вообще уже прямо ощущается, что болят уши. Поэтому мы вставляем и вниз туда. И все. И таким образом мы и починили наушники дешево и сердито. Зато не надо покупать ничего, искать ничего. Просто вставил. И все, и они уже такие толстые, как и были. Я думаю, уже видно, что побольше. Вот это тот наушник, который был сразу, вот этот в начале видео был заполнен ватой, а этот был не заполнен. А сейчас, если обратить внимание, то можно увидеть, что этот, который был не заполнен, вот этот, стал больше, чем этот, хотя он был меньше. Видно реально, что он явно стал побольше.
И теперь я вот сейчас надену на уши наушники. Ну все, я нормально себя чувствую. Мне уже на уши не давит. Потому что я вот прямо сейчас, я уже в них сижу уже довольно-таки долго. Наверное, часов 5. И прямо ощущал, прямо как уши уже болят. А сейчас надеваю, и все, уже ничего не ощущаю. Так что если у вас тоже уже износился поролон на наушниках, вы можете таким образом их восстановить. Вот. В принципе, на ушах, когда они будут носить, это даже не видно, что там есть вата. И нормально. Да, но и так особо незаметно. Просто на белое хорошо видно, потому что фонарик светит. А если фонарик не светил бы, то и, ну, то есть вдали оно, да, но и так нормально смотрится. То, что там белый такой кружочек внутри, оно вот так вот смотрится. В принципе, нормально. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.